можно пошли здесь сразу встать? Куда вы в кучу все лезете? Опять за старое начинаем. Александр Суровцев проводит тренировку в качестве главного тренера уже без приставки исполняющей обязанности. Не так давно вернулся из Москвы, где проходил обучение. Теперь теоретические знания реализует на практике. Сейчас у команды межсезонье самое время для работы. Настроение хорошее, в принципе, такое рабочее. Ну, единственное, в плане психологической или какой-то такой подготовки, ну, когда неизвестно, что, какая зона, какие игры, как... Неизвестно, к чему готовишься. Ну, мы так же, как все, каждый год готовимся уже просто к началу августа, ну, конец июля. Знаем, что там где-то будут игры, и к ним, наверное, тренерский штаб выстраивает подготовку. Отдыхали 20 дней, набирали сил, эмоций, лишних килограммов, как это часто бывает, никто не прибавил. Наоборот, уверяет тренерский штаб, есть игроки, которым удалось даже похудеть. Отсюда одной проблемой меньше. Упор на занятиях сейчас идет на тактику один раз в день, это пока. Со следующей недели добавят еще одну тренировку. Над выносливостью работали зимой и весной. Именно тогда, как здесь говорят, была заложена база. Комплектование, конечно, сейчас состава – это самое такое основное. Все-таки пока, откровенно говоря, мы доигрывали, наверное, у нас 12 человек было, наверное, сезон. Как вы помните, что Иртыш, когда выпал ряд игроков, то по провальному матчу, конечно, хотелось бы иметь, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Но это в идеале, конечно. Отсюда «Динамо» рассчитывает на пополнение, подключит резерв. Плюс в «Стан», скорее всего, вернутся воспитанники клуба. Уже точно известно, что подпись под контрактом поставил Александр Худяков. Возможно, к нему присоединятся Евгений Щербаков и Никита Казанцев. С кем пойдет в бой Александр Суровцев, станет понятно ближе к августу. Именно на это время запланирован старт нового сезона. И касание обязательно быстрее с мячом работать. Пока же тренировки и товарищеские встречи. Так, 1 июля сине-белые померятся силами с клубом под названием «Новосибирск», который заменил Сибирь из того же города. Правда, матч запланирован не на родной арене «Динамо», а на стадионе «Лабиринт». Там, говорят, поле ровнее, перед гостями не стыдно будет. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком.